Че думаешь? Бинокль, ничего. Нахуй ваши бинокли, я еще раз говорю. Надо сделать миссию, где будет один бинокль на злобный, на злобный, и все. Так, я тебе скажу, что на партизана ты еще заматываешь. Так, вышли. Кажется, врага вижу, да? Враг справа в поле. 280. Далеко? Нет, 100 метров. Работает? Лег за куст, не могу понять. Там примерно. На том берегу ли наш? Что-то вообще так стало опасно прям. Я контролю куст, чтобы он не убежал оттуда никуда. Нет, ближе, ближе, прям в поле. Я же сказал, 100 метров. Актер, дай ему туда УГшку, нихер с ним там сидеть. Не полежишь. А чё ты с трупа с этого не собрал? Там две УГшки было, с помощника. Полный забитый. Так сказал бы. РШГ туда дайте, у кого РШГ? Могу в ГПШ. Да погоди, сейчас может вылезет. Бля. Не туда. Даю трассеры. А трассер дай, то ГПшник. Смотришь? Смотрю. Вон он бегает. Вижу, там ходит разжина. Пайтер, не рискуй так, пожалуйста. Я за тобой бегать не могу всем отделением по полям. Я знаю, и не надо бегать, мы же едем. Все, уходим, короче, к берегу. Я так и смотрел, все, к берегу руки. Блять, мне кажется, у нас никто с севера, никого с севера нет? Наши есть с севера? Быстро инфу. Не знаю. Скорее всего нет. По меткам никого нет. Нет, с трубой. Ноль быстро уходит. Убил? Нет. Севернее меня. Сейчас метку. Блин, далеко, близко. Насколько севернее? Метку дал. Метров 100. Обхожу через правее, поле. Правее. К полю возьми. Короче, громко рядом с полем. Громко леса с полем. Угу. Там где-то лег. С 60 пехот спускается, по-моему, на 5. Бакер. Задний ход, задний ход, задний ход. Еще нужно. Там Стой. Труба, там Это труба. Свидание. Аккуратно, РПГ 7, файтер, пристрели. Идет, идет на... Добил, добил, добил. Все? Да. Еще походу есть. Швед?
Да, тут еще есть. Ищу его, Свет, еще не вижу. Он не пушит тебя. Там Свет рядом, не думай, файтер. Я в ПКТ, ну. Кто-то повыше. Чуть побольше, чуть побыстрее. Прием. Надо найти эту крысу, которая прячется. Да, да, он не даст нам. Да, он сейчас Семёнов. Кто с ним файтится? Это пятый, пошли вперед. Убил. Но медик нужен. Каждые 5 минут запрос, а это вы, а это вы, а это вы. Бакер, я без ноги. То есть GPS поставь, то что нет. Точно. А Швед там живой, что ли, сетку? Я не знаю, здесь кто-то из союзников стрелял непонятно куда вообще. Это, возможно, его пятый убили. Это фалкон лежал под кустом. Ну я не удивлен, значит тут все они. Камышак враг, ебать, бежит. Акардос, актер, да. Грек. Да, да, да. Там выглядит. Да. Челпан нужен сдвиг. Сдвиг, сдвиг, левом сдвиг. Их еще трое на КВшке. Ну, следующий КВ, следующий КВ. Да, они у нас тут, в нашем лесу. Сетево надо нахуй, если БК есть. Короче, на том бе... Спасибо. Нет, я к вам уже сместился. Софа. По мне? Парни, его поможет, у нас бой охуели. Живой? Живой? Да-да-да-да-да. Жив, блин. По мне тут. А куда? Противоположного берега. Противоположного берега. Мэтт убил того, кто тебя стрелял. Окей, спасибо. Труба! Противоположной стороне. Я поставил на них. Нет, да, я их отработал только что. Нахера? А, не, они не будут, я не буду. Еще вижу фалкона в тылу. Где? 20.
Минус. Минус, минус. Так, вижу, с карты подходит к противнику к мосту с той стороны. Парни, если что, берите лодки и думайте. А, прямо на базаре. Поставь метку, где лодки. А, швед ставь. Ага. Тут домик, слева домик. Контакты. Убил. Еще летит, еще. 30 жидан живой? Да-да-да, тут союзника нашего ранили кого-то. С семеркой. 30 летело, еще. Я понял. Он живой вроде, в себя приходит. Мои. Шайтан закрывается. Нам. Вот моя одиночная метка, там где-то он. А, живой? Все, понял. Поставь на меня в гречку, ребят. Короче, сейчас ставят мост, овощники, прыгаем в лодки, херачим на метку высадки рафа. У СП на вроде горка, если не ошибаюсь. У нашего, да? Да, точно. Грузимся, быстрее, 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 быстрее! Правые две лодки наши, остальные забираем. А, это не твой дом, я понял. Вот сейчас, где вы приехали, у вас противник на северо-западе, ребят, аккуратней. Он нас может обходить, фланговать с юга. Блять, лежит, по-моему. Потерял 290. Вам? Вам не упали, но... Не очень кто. Уходи, уходи, актер, уходи. Живите, кто стреляли? А кто тебе стреляли? Снайпер был на 290. Понял, 290. я его слышал. Сейчас попробую с ним разобраться. Слышу лодку. Несколько пятый еще здесь. Может, там исчез с актером. Бежит, бежит, бежит на берег, блядь, снимайте нахуй дома у зеленого. Ты подвигай к дому. Это сзади нас или где? 40. А, 40. Противоположно. Я не вижу голову. Пока ничего. За зеленым домиком. А, вижу. Здесь, вижу. Вот он вышел на берег. Минус. Есть, отлично, по первому попадание. Красиво было. Вот он убил харда. А в этой северосток же, правильно? Вот она долбит. Блять, еще под огнем. Чего? На севере, да, тут их до хера прям. Дымлю, дымлю тебя. Не-не, нормально, нормально. Здесь убили союзника у нас какого-то. Бэха там стоит. А, походу с триггера сняли, да, то триггер уже виден. Здравствуйте, товарищи покойники. Привет, привет.
Миссия закончилась нашей победой. На юго-востоке от нас? Да, дал мне. Точнейшая метка. Ш, это в плашке, что ли? Там у вас, короче, на синей метке. Возможно, видели FNX. Это танк. Действительно. Или миномет, что это такое? Съебут. Мне кажется, это танк. Вот он работает. Да-да-да, танк. Нормально, тут за горой уже не сможет попасть. И они могут в этих домах тоже сидеть. 95, 195, 196. Там союзников вижу, продвигаются. Семерки, походу. Сейчас мне пэха нахуй кидает. Ты видишь их? Блять, в районе замка катается. Сколько дистанция до нее? Два, наверное, 170. Если видно, можно попробовать так-то. Можете попробовать, вам нужно выйти к южным окнам, я на втором этаже, не пугайтесь, это я. Пойдем, маг. Она на горе где-то или что? А, вижу, походу. Стоит, да, у камней? Да. Все, нормально. А что горит? 2180. Да.
пошла за гору. А БТР катится, смотри, что это, оно чуть левее. Так, чуть левее, блядь. Вижу, левее, вижу, вижу, вижу. У нас сэр, кто подвигает? Не знаю. Под нами восток. Смотрите лестницу. Мать, чекай лестницу. Прям справа у тебя лестница уже в упоре. Дай побачу еще. Какой-то на север убежал. Ты можешь зены, блин? Может. Спроси у них. Убил батарей мехвода нахер. Хорош. Метку надо тащить, что мы тут. Все, добил его. Он, блядь, один уже, судя по всему, был. Слушай, а Бэха-то дымится там за горой стоит, который я ранил. Там маленький такой этот уголек. Да, 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 я вижу, ее работает. Не работает, вот бред, судя по всему. Понял. Флаги стоят. Да, да, да. Левее от флага. А, машина стоит, да, вижу. Да, кузов этот. Вот ее нужно сжечь нахуй. Ну, сейчас отработаем. Если что, шайтан 33 патроны, у меня еще 3 пора. 350, 17. Самый запад. Ну да, получится, да. Положил тебе сумку, шайтан, чем потом газет в трус. Так. Ее надо просто взорвать, короче. Блин, ну через кузов он, наверное, мне кажется, не будет. Короче, у него должны колеса отвалиться, чтобы она стала черной. Чтоб по ней бредля уже попала столько раз. Я бы с Барата точно эту машинку, наверное, не убил. Да ей похеру, смотри, она стоит. Во, все, все, все. Вот, все. Вот. Че мы? Я видим его? Ну как видим? Скорее всего мы только. А нет, вижу там пехоту бегает точно. Пехоту тоже видим. Но там слишком далеко, походу. Сейчас попробую это жахнуть, посмотрим, как полетит. Ой, шайтан, он стоит вон на балконе. Где, в триггере? Да, триггер, балкон, хата двухэтажная, вот этот как ангар такой гигантский. Азимут 200 ровно. Хата какая, правая? Правая, правая, правая. Между... Да. Да, да, да. Сейчас рав... Стих подъедет, сок. Увидел, да? Нет, по-другому. Он убегает. Смотри сейчас на него. Смотри на него. Убил, убил! Он выпал там нахуй. Да, у нас внимание на работу на этом. Ой, хорошо же, да. Смотри, окошко, блядь. Да, он просто такой. Но он мог, он может жив остаться, он вниз упал на первый этаж, я его не вижу сейчас. Он мог и живым остаться, но он нормально так провалился. Сейчас попробуем. Ну скажи там, если появится, я пока левую часть по контролю.
пацан говорил, что вот эти домики дагестанские, которые песчаные, город сейчас простреливает, если что. Да. Мы работаем. Стенка, то есть простреливается кером. Ну, а если увидим, все. Да-да-да, в правом окне. Там не наш хаммер забирает, случайно? Это кикер, наверное, приехал, да? Это кикер. Шайтан, правое окно, про которое я говорил, торчит. Смотри. Блять, он двигается. Убил, что ли? Походу, да. Изи. Еще раз, где он? Вот от демов сейчас. Выше, да? Выше, вот видишь, эти большая такая каменная гряда. Ну-ну-ну. Есть маленькая справа. А, вижу, да, лежит. Сейчас. Там 2260, по-моему. А чё горит там, Джимин, далеко на горизонте? А, там же, где ты говорил про бег. На юге, где-то в районе меток 31 тезис, что-то горит, неизвестно. Так, смотрю туда. Отползает. Попал. Ты его убил, блядь. А Макса есть? Патроны Амакса брали кто-то с собой? Ты, по-моему, все собрал себе их. Я не брал. Бля, так я его не достану, мне нужен Амакс. По-моему, в хаммере был. Мэтт, посмотри, пожалуйста, в хаммере. Там должен быть, по-моему, одна пачка Амакса. Сейчас гоняю. У них баллистика так, охеренная. Все, добил. Хорошо. Смотрю триггер. В триггере никого не вижу. Нет, там нет своих. Кто-то подходит, тихо, кто-то подходит. Кто-то у нас под зданием, блин. Нету. Паша. Давай собачу. Майк, ты где находишься? На каком-то на втором этаже, я контроль лестницу свою. Она, по-моему, светится. Две. СПН. Убил, Мэтт? Мэтт. Я по крыше смещаюсь. Он убил одного. Я не бегаю. Я хожу медленно по крыше. Да, это враг.
Надо Мэтта проверить, может он жив. Хотя 30 секунд прошло, да, скорее всего, все. Вот где дым, там он, только он на первом этаже, либо на втором, а я на крыше. По мне. Я пока жив, но она меня контролит. Отошел. Фу, блядь, мертвым прикинулся, прикинь. Эхо мост кроет, короче. Ты не видишь, что я случайно где она стоит? Нет. Все. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.